Сегодня у нас в фокусе или расфокусе аромат Gucci by Gucci. Сейчас я вам все про него расскажу. Я сейчас бодро протыкала на Фрагру. И, значит, посмотрела рекламу. В советские времена такую рекламу назвали бы царством порока и разврата. Потому что три феи. Ракиль Циммерман, Наташа Поли и Фрея. Все время не могу запомнить ее фамилию. Ну, которую вы видели в рекламе Валентина. Валентина, там так говорят. Вот. Так вот, значит, три феи гламурные с вырезами очень большими. Все одетые в одном примерно стиле. Такое что-то бежево-золотистое. Они как бы там тусуются, где-то танцуют и вообще ни о чем не думают. Вот. По советским временам все это уже повод просто был бы забанить вообще бренд на территории России. Но, значит, вдруг что-то происходит, значит, откуда-то что-то повеяло, и они так все: чем это так вкусно пахнет? Ну и на этом как бы реклама заканчивается, а и объясняется, пахнет вот этим. Ну, то есть, ну не знаю. Я думаю, что ни Ракиль Циммерман, ни Наташа Поли, ни Фрея даже, Бея, как-то там бла-бла-бла, не пользуются этим ароматом в жизни. На фрагрантике мнение полярно противоположное. Например, кто-то говорит, что он совершенно нестойкий и какой-то невнятный, а кто-то говорит: боже, боже, значит, это вот запах ухоженной девушки и женщины. Я не знаю, у меня, видимо, другое понятие о запахе ухоженной девушки. Ну вот, не концептуально, вот правда. И реклама лишний раз подтвердила, что вот даже вот про аромат там ничего не могут сказать, что в него включено, там, например, там розочки, там что-то еще, там лимончики, мандаринчики, апельсинчики. Кстати, пирамидку я напишу под видео, чтобы не тратить ваше драгоценное время на перечисление этого банального списка, в котором каждый слышит все равно что-то свое. Так вот, что я хотела бы отметить, это не стойкость. В моем случае это не стойкость. И в моем случае это, ну, это вот не то. То есть я не сказала бы, что это что-то такое действительно концептуальное, что-то такое заставляющее задуматься, остановиться и посмотреть человеку вслед. На мой взгляд, вот, может быть, они имели в виду, когда вот эти вот три девушки танцевали там вот под такую красивую песню, а-ля там 90-е, что вот они такие, вот они больше ни на что не способны, они способны только танцевать, красоваться и что-то нюхать. То есть нет никакой истории, нет ничего, что могло бы зацепить. И просто такая вот банальная, такая ни о чем. Вкусно запахло. Чем это запахло вкусно? А, Gucci by Gucci запахло. А, ну ладно, все, проехали дальше. В моем личном понимании это полнейший проходняк. Если что не так, простите. Это один из первых обзоров на ароматы. Мне он, может быть, как бы и не претит лично моему восприятию эстетическому, но я не знаю, девочки. Все банально и просто. Все просто и банально. И плюс это моментально выветривается. Это была Ольга Швец. Маленький обзорчик на Gucci by Gucci. Подписывайтесь на мой канал. Или идите отсюда. You tap your feet, you're on the city beat, you're really loud.
think your shoes are sick.